Голенев Степан Трофимович. Герой Советского Союза, родился 16 марта 1917 года в хуторе Долгогусевский Белореченского района Краснодарского края. В Великой Отечественной войне участвовал в составе морской пехоты Черноморского флота. Участвовал в защите Новороссийска и Туапсе, а также в десантных операциях по освобождению Таганрога. Во второй половине марта 1944 года вошел в состав десантной группы под командованием старшего лейтенанта Ольшанского. После высадки в морском порту Николаеве отряд в течение 2 суток отбил 18 вражеских атак, уничтожив более 700 гитлеровцев. Геройски погиб Голенев Степан Трофимович 27 марта 1944 года. Похоронен в братской могиле в городе Николаеве. Указом Президиума Верховного Совета СССР Голеневу Степану Трофимовичу было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.